сложно. Видно, ребята уже более физически готовы. В принципе, с мячом я не думаю, что мы им как-то уступали. Единственное, это физика. Но у нас только начался этот сбор, поэтому, я думаю, мы наберем форму. И эта игра, я думаю, мы провели ее на хорошем уровне, как для первой игры нашей. Сколько я в футбол не играл, я не знаю. Календарь уже перевернулся, а я в футбол до сих пор не играл. Очень тяжело физически с мячом, в принципе. Но ребята посмеялись, затравили меня. Капитанскую дали. Пенальти дали бить, я их никогда в жизни не бил. Так что спасибо ребятам за поддержку. Буду надеяться, что больше травм этих не будет. Будем продолжать работать. Планировал, в принципе, в прошлом сезоне начинать, но так по состоянию здоровья мне не получилось. То, конечно, очень хочу уже сыграть. Я уже повторяю, сколько уже не играл, поэтому официальный. Тут я доволен. Наконец-то сыграл свою первую игру. А чемпионат тем более хочется, там уже как бы более ответственный. Поэтому ждем начала чемпионата.